Приветствую всех зрителей на моем канале, и в этом видео буду делать пылящую патоку. В предыдущем видео я рассказывал про пенку и пропитывал ее флюородипом. И многие люди спрашивали, что это такое и где это взять. Это обычный флюородип, он есть у каждого производителя. К примеру, да, вот года три назад я брал вот такой вот от фирмы Пеликан. Я не скажу, что он прям принес очень много какого-то результата. Вот этот вот дип я брал что-то около 600 рублей. Это, скорее всего, чисто из-за фирмы. Вот тот другой, который я использовал в видео с пенкой, там был самый обыкновенный от компании Трубчевский. И там баночка примерно грамм на 100. Я ее брал что-то рублей за 150. Ну, не буду брать, до 200. Это я брал еще по заброшенному моду ее. То есть, как бы, очень экономная вещь. И вот в связи с этим я хочу сделать почти такой же дип. Единственное, что он не будет так красочно выглядеть. Я имею в виду то, что вот яркий флуоресцентный цвета будет четкая белая муть такая. Она не будет разъедать ПВА. И я говорю, 100% это реально тема рабочая. И стоит вообще просто копейки. А для этого я возьму вот патоку. Я не знаю, сколько здесь примерно. Вот на этот бутылечек. Грамм, наверное, где-то 150, допустим. Также нам понадобится сюда отлить грамм, может быть, 10 глицерина. Это для того, что если кто будет использовать на ПВА стиках, чтобы не разъедало ПВА материалы. Я налил его сразу в баночку сюда вот. И нам требуется диоксид титана. Диоксид титана, он выглядит примерно вот так. К сожалению, этот без этикетки. Диоксид титана можно приобрести в любом кондитерском магазине. Он нужен для того, чтобы обесцветить, скажем так, что-либо. В общем, он добавляется в нашу повседневную еду, скажем так. Всякие булочки, торты и все в этом роде. Вот на это вот количество я примерно возьму одну чайную ложку с горкой или две чайных ложки без горки. И, разумеется, после того, как я это все сделаю, я потом покажу, как это будет выглядеть в аквариуме. Ну, водички. Добавляю одну чайную ложку, вот так вот. Видно? С горочкой. Не, полторы. И хорошенько перемешиваем. Сейчас должна патока приобретать более такой цвет молочный, так как диоксид титана пытается ее все-таки обесцветить, как я говорил ранее. Все, тщательно перемешали, теперь я перелью это все в нужную, подходящую для меня емкость. А я взял именно такой бутылек для того, чтобы было удобно наносить на стики, либо на флет-кормушку. Единственный минус такого способа, то что диоксид титана со временем осядет на дне. И я вот для такой баночки вот такой подшипничек нашел. То есть вот сейчас я то кину, и потом перед тем, как использовать, я буду просто разбивать и все. Но если кто-то будет делать какой-то широкой баночки, можно просто на месте где-то палочкой какой-то размешать, и все будет великолепно. Вот так эта патока будет вести себя в воде. Обратите внимание, какая превосходная муть. Также ее можно перемешивать с перцем, с бойлами. В общем, с кукурузу, в общем, со всем чем угодно. И вот такой вот мутью она будет стелиться по дну. Вот так она будет себя вести, если, например, рыба подплывет к вашему закормленному месту. Не будь, допустим, там шариться. Надеюсь, данное видео вам было интересным или полезным. Если это так, ставим палец вверх, подписываемся на канал, не забываем нажать на колокольчик. Всем удачи!